Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию новинку 2016 года. Это камнерез «Шепах» модель HSM-3500. Компания «Электромотор». Данный станок служит для резки камня. Здесь установлен двигатель, значит, мощностью сколько у нас? 2 кВт на 220 вольт. Диск стоит на 350 мм. Вот он такой вот. И еще один идет в комплекте. Вот такой вот. Значит, здесь беззубий просто диск. И здесь зубчатый. Сколько здесь у нас? 24 зуба. Из основных особенностей следует, значит, отметить, это передвижной стол прорезиненный, очень удобно. Вот так вот он двигается, значит, здесь линейка стоит сразу с транспортиром, то есть можно выставить как ширину резки, так и угол. Вот здесь вот идет в одну сторону на 45 градусов и во вторую сторону. Это стол находится на передвижных рейках, то есть сверху имеется ручка для опускания режущего диска. Вот так вот мы опускаем, подвигаем стол и начинаем резать плитку. Вот раз и режем. Включать мы его не будем, потому что очень долго. Также здесь имеются кнопки включения-выключения, пылезащищенные. Подача жидкости имеется, вот здесь вот специальные шланги имеются. Также следует отметить то, что у нас для удобства резки имеется ручка одна, вот это вот мы начинаем. И для того, чтобы более точное прижатие было, здесь имеется дополнительная ручка. То есть вы можете нажать это, если вы режете достаточно твердый. Данный камнерез стоит на устойчивой станине. Вот здесь вот имеется ручка для передвижения, и с обратной стороны имеются колесики. То есть это достаточно мобильное приспособление. По вопросам покупки камнереза «Шепах» модель HSM-3500 и обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Напоминаю, это новинка 2016 года. Она будет скоро у нас в Украине, поэтому ждем ваших звоночков. Звоните к нам, приобретайте. Мы ждем вас. 5-3-0-3-8.